Опять же, со слов Арпатлоя, на прошлой на пресс-конференции он утверждал, что вы лежите в больнице, но по-настоящему, значит, вы не лежите, ездите, и связывались с вашим лечащим врачом, тоже говорила, что вы как бы отсутствуете, и возите заявление, подавали заявление, если не ошибаюсь, в сельсовет, и так далее. Как вы прокомментируете? Я хочу сказать так. Это... Девушку мы узнали, кто она. Она там не работает, во-первых. Это был такой кино, который человек звонит вот отсюда, там берет другой человек трубку и рассказывает это самое. В самом деле этого не было. Я главврачом разговаривал. Поэтому, да, действительно, я ходил потом. Почему? Потому что, вы поймите правильно, я не такой инвалид. Я, слава богу, инвалидом не стал.